Так, ну что, давай, захлепнуть, походу. Элиза! Банк отбит, да. Но Рено все еще томится в аметистовой Воскосадник. крепости. Призывает живую свечку. Один из них. Ну, пойдем. Рено томится. Ну, блин, да, реально. То есть мы за, когда за плохих играли, а против Элиза! нас был Рено. И а как мы могли драться с ним в крепости? Вихлепых! Блин. Короче, наоборот, неправильно. Блин, ну как так можно было ошибиться, Рено, да? Ты жив. То есть не сначала волнуйся, надо я тебя вытащу. Надо было наоборот кнопочку, где Лига Осветителей, поставили первую, а зла вторую, тогда все понятно было бы. Здесь? Так, Элиза. Элиза, а что у нас забилка-то? Подожди. Так, призывает два древня. Скап один карту, замешать. Так, так, так. Укус. Ладно, давай так. Какой-то листочек. Хилка, может, какая-то. А, мы Рено освобождаем, да? Элиза! До побега осталось 5 ходов. 5 ходов нам продержаться, что ли, лол? После того, как вы разыграете заклинание. Так, ну то ладно. За 2 маны, планы наперед. Вы смотрите 3 верхние карты из колоды, выбираете. И берете одну из них. Только бы не ошибиться. Одну из них. Так. Идеальную карту. На втором. Подумай. Да, вот это. Дело в дело. Не забирать пленника! Хорошо сидит, пусть сидит. У тебя бутерброда с собой нет? Умираю с голоду. Ниже смысла. Так, подожди. Ну ладно, давай. Бэлклиш, вы раскапываете дракона. Ага, интересно. Ставлю свечку. Это которая возрождается, свечку. Да? Возьми свечу! А, восковое да, копье. Ну, тогда точно взбесится. Восковое копье будет. Я мечтаю быть похожей на тебя. Хорошая свечка. Хорошая свечка. Яд. Яд какой-то. Добьет, да? Ну ладно. Итоги 4-4. На 4 хода. На самом деле... Блин! Блин, на самом деле я опять какую-то фигню сделал. Ну серьезно. Это так работает? Спущу тебя на корм рыбам. Офигеть, блин. То есть я думал, что ты что, в итоге, блин, я опять проиграю боссу. Я думал, мы Галакрон ну уже вот проиграли по такой же теперь дурости. Теперь ты в безопасности. Ага, безопасности. В смысле безопасности? В смысле, на один ход. Блин, что делать? Призвать двух дриад, тим 2. Двух дриад. Ну ты ад надо будет потом призывать. Хотя бы отпилимся хоть немного. Может он дурачок лицом будет бить подряд. Жесть, ну как бы я проигрался, что ли. Спасибо. И чё? Ты выбрала удачный момент. Чтобы увидеть мою магию! И ничего, понятно. Оскапывайте дракона, боевой клич. Блин, на таун такой. Нужно считаешь. Покончить с этой порцией! Тупо таунты за таунтом. Поймала! Поймала! Так, о, вот это хорошо. Слизняк, слизнюк. Нет, нет! Человек с мохнатой губой плохо! Погоди, а сколько за каждую единицу атаки... Блин, ну если этот будет, да? Блин, фигово. Фигово. Блин, как бы сделать-то? То есть нам надо... Поймала! Вот так. Потом вот так.
Жесть, аниматы случайно там нету нигде? Кату... Так... На кого охотимся? Древняя... Семь порталов... Ха! У меня все под контролем! Сейчас он будет размениваться, у него будет оружие. Сейчас надо будет разменяться, конечно. Никогда не сдавайся! Просто беги. Типа, Рено, да. Найди Рафаама и останови его. А я соберу остальных. То есть он забежал. У меня все под контролем. Я ставлю свечку тут. Не трогай. А, так он в колоду к нам ушел. Так, ага, прикольно. Только толку-то от этого. Так. Целью заклинания или силу героя не может быть, кстати. Это интересно. Это именно не убьет. И... А, погоди, а ужин-то ударит. Ё-моё, это серьезно, еще игнорос. Умри, насекомое! Ну ладно, хотя бы сюда. А почему не ударю? Подожди. Силу заклинания или силу героя? Блин, бред какой-то. Мой сон станет вашим кошмаром. Странно, почему это же сила героя, это вот это, а это же оружие, это не сила героя. Он, по идее, должен был лицом ударить, разве нет? Или он надеялся, что Игнорос ударит? Да, наверное. Умри, насекомое! Походно. Я воплощение! Отлично. Так, Рено. Рено, встань! Офигеть. А еще раз будет карта браться? Да. Портал? Нет, не портал. Так, ладно, и зеро. И вот он тут кричит Раканишу, и Раканишу сказал за плохих был. То есть понятно, что сейчас тут напротив, а потом уже за... Ай. Как так можно было, да? То есть неправильно сделано. Похож по порядку боссов, а за Лигу зла, потом за Лигу следователей по порядку, да? А на самом деле в обратном порядке надо выходить. Так, сбежавший Монопарт. Когда что получает? Атакует, вы получаете инкристалл ман до конца хода. Маскировка. Ну, неплохо.